Let's get ready to rumble! Российский боксер Сергей Ковалев поделился мнением об ударах его бывшего соперника Андре Уорда и спарринг-партнера Геннадия Головкина. «Поверьте мне, сила Трипл G – это сила Трипл G, он лучший панчер, но сила Уорда – это другое. Да, он бил меня, наш последний бой. Я не помню его где-то с середины второго раунда. Может, из-за нервов что-то сломалось у меня в голове, в ментальном плане панчи Уорда разбудили меня. Я проснулся и понял, где я, что случилось, что у меня проблемы. Я начал защищаться. Я пытался показать рефери, что Уорд бьет низко, и вместе с тем восстановиться, его удары разбудили меня, но он остановил бой. Это удивило меня, но что случилось, то уже случилось. Ничего уже не вернешь. Моя ошибка была в том, что я начал готовиться лишь за 2 месяца до боя, к реваншу нужно было проделать больше тактической работы. Нужно было начать подготовку с первого дня после первого боя, сказал Ковалев в интервью Artist Sports.